Уникальная помада «Бальзам», которая при нанесении на губы проявляется нежно-розовым цветом. Запакована достаточно так красиво. После вскрытия упаковки достаем. А вот такой вот карандаш «Бальзам». Абсолютно белого цвета этот бальзам. И наносим на губы. В зависимости от того, какой интенсивности вы хотите получить цвет, ну, настолько интенсивный мажем губы. Я наношу буквально один раз, потому что первый раз, я всегда люблю очень много на себя наносить, несколько, раза три намазала, и губы были очень ярко-розовые. Вот. Через несколько секунд, через несколько десятков секунд помада проявляется. В составе этой помады компоненты, которые обладают увлажняющим эффектом, смягчающим эффектом. Здесь есть касторовое масло, другие масла. Есть бамбуковый и розовый экстракт. Есть витамины, благодаря чему кожа становится такой мягкой, очень нежной, исчезают трещинки. Ну и помада работает как бальзам, защищает губы от негативного воздействия. Тайская фирма Мистайн. И здесь 1,6 грамма. Вот я уже пользуюсь помадой примерно месяц. И у меня еще достаточно мало израсходовано. Будьте красивы, пользуйтесь с удовольствием.